Безусловно, вот личная инфляция у каждого ощущаемая, она выше, чем росстатовская. И это, кстати, во многих странах происходит. Вот есть группы товаров, на которые там рост цен сильно меньше инфляции. Мы этого не замечаем. И это действительно вот такое психологическое восприятие. В этом нет ничего страшного. Просто вот этот разрыв между восприятием и реальной инфляцией, конечно, сейчас большой. Ну что ж, у нас во главе Центрального банка стоит Эльвира Сакибзадовна Набиуллина, которая время от времени поражает нас своими, так сказать, научными открытиями. Может, ей вот как раз лучше бы в науке работать, тогда рубль был бы классно. Вообще, Эльвира Набиуллина, Эльвира Сахибзадовна Набиуллина, она профнепригодна. Потому что по закону о Центральном банке, Центральный банк должен прежде всего заниматься стабильностью национальной валюты. То есть рубля. Ну кто скажет, что рубль стабильный? Найдется такой человек на территории Российской Федерации? Нет. Значит, ее надо немедленно увольнять. Плюс она у нас часто говорит про инфляцию. Причем, знаете, она говорит про нее так, как будто инфляция – это как зима, лето, как солнечное затмение. Это вот что-то такое странное. А ведь задача Центрального банка любой страны, помимо того, что валюта должна быть стабильной, это борьба с ростом цен. Вот что такое рост цен? Обесценение национальной валюты, другими словами. Это то, за что мы Набиуллиной платим деньги. Налогоплательщики, а мы платим не за что, потому что она свою работу не выполняет. Итак, с ее точки зрения, кто виноват в росте цен? А рост цен в Российской Федерации нам обещали в этом году 5%, а после выборов что-то прогнозы резко куда-то там рванули ввысь, там 8-9%. Ну что, выборы прошли, что теперь стесняться? Итак, кто виноват в росте цен? По мнению Набиуллиной, ну угадайте, кто? Ну сами люди, естественно, как обычно, виноваты.